Ну все, дождались. Самый упоминаемый в комментариях автомобиль Passat B3. Его все ставят в пример, на него все молятся, все кричат: «Вах, какая машина!» И только это образец, который до сих пор живет в деревнях, в глубинках и даже в городах. Так за что вы так любите этого Passat'а? Напишите, пожалуйста, в комментариях, но я пока расскажу конкретно про эту модель. 90-й год, 1.6 дизель. Дедушка ездил. Этот автомобиль любят за две вещи. Во-первых, его расход — это 5 литров примерно на сотку. Во-вторых, запчасти, которые стоят дешевле, чем для копейки «Жигулей». Отвечаю, просто лично спрашивал, люди так и сказали. Говорит, самые дешевые запчасти, которые только можно придумать. Я тут покружил уже по площадке, покатался. Ну уж никогда не ездил на таком. Мне же самому стало интересно, за что так любят такую машину. Ну, скажем так, аппарат прикольный. Он мне напомнил какой-то трактор Т-25. Звучит он примерно так же. Мне кажется, к нему плуг прицепи и пойдешь по целине. Данный экземпляр у нас в хорошем состоянии. Ну как в хорошем? Ну, максимально хорошем, как он в принципе может быть. Вот если вот взять всех конкурентов, мне кажется, это один из самых лучших на рынке будет. Кузов, вот ржавчины нету. Колпаков нет, но зато есть новая зимняя резина. Камни-отбойник. Спортивности данному экспонату придает спойлер. И, мужики, ну чистый багажник. А динамики, как вы с 90, там реально. Короче, я так думаю, потенциальных покупателей две вещи интересуют. Что, как он, в принципе, по состоянию кузова, да? И сколько он стоит? Цена в конце видео. Так вот, по кузову, еще раз говорю, он максимально живой. Представьте, насколько может быть живой автомобиль, которому 34 года, который видел столько, что уже, наверное, никто в жизни не видел. Никто уже не знает, где, по каким прериям и аляскам он ездил. Этого не вспомнит никто. Но важнее, где он еще поездит. Короче, как по кузову, экспонат мне добавить нечего. Что внутри? Сзади сейчас посмотрим. Так, значит, буду немножко офигевать. Вы посмотрите, какой чистый и аккуратный салон. Тут даже электростеклоподъемники уже есть. Здесь приятная ткань, которая не отклеена. Да, вообще круто. Нифига себе, я даже сяду. Вау, черный потолок. Вы гляньте, какой салон. Что, так можно? Фига себе. 34 года. Я первый раз сюда сел сзади, честно. Матерь богов. А вот спереди посидел. Смотри, вон, ничего не гнилое. Вай. Блин, ностальгии. А давай. Давайте честно, вот опять же, все чисто, и это в машине 34 года. 90-го года тачка. Так нечестно. У меня в салоне, блин, грязней 2003-го. Торпеда аккуратная, не протертая. Магнитофон стоит с большим экраном, ну как большим, максимально большим, насколько можно. Все вот эти переключатели, все вот эти, все работает. Работает даже спидометр, даже одометр, даже, ну все работает. Вот это тоже все работает. Механическая херня тоже работает. И опять же, аккуратненькое, сиденье чистенькие. Это мы такую крутую химчистку ему сделали или за ним так ухаживали? Вот надо спросить. Я в шоке. Матерь богов. Когда его заводишь, смотри, как он заводится. Да-да-да-да-да-да, вот этот дизель неубиваемый, который переживет постапокалипсис, я отвечаю. Здесь ломаться нечему, здесь насос, трубка, форсунка и глушитель. Все. То есть, если его не глушить, он так вот проработает, я не знаю, столетиями будет работать, только соляры подливай. Бля, ну, ребят, ну, налетайте, я не знаю. Идеальное состояние для своих лет. А, ну, бля, забирайте. Я кайфанул. Я думал, будет хуже все, а все казалось намного лучше. Автохаус Гранд, контакты в профиле. Ждем вас.